Где мы находимся? Территория отдельный вход. Здесь начинается территория. На территории несколько зданий. Я не знаю, что за будка. Здесь офисы на данный момент. Здание одноэтажное. Место для парковки. Сколько здесь машин получается? 5-6 машин. Ну, назовем площадь. Второе здание двухэтажное. Туда мы сейчас вернемся, сейчас покажу здесь, что находится. Это тоже все сдается. Так, это склад. Это здание склада. На той стороне выход к Яузе и парку. По БТИ, как говорят, здесь должен быть еще один выход на Яузу и на парк. Вот здание. Коммуникации подключены все. Вот. Нет только сейчас горячего подключения на... Ну, горячей воды. Отопление есть, горячей воды нет. Это же дороговато. Они отключили. Но по факту тоже можно все подключить. Значит, вторая площадка. Парковочные места. У нас 1, 2, 3, 4, 5. Тут же на 6 машин. То есть получается парковочных мест на 12 машин. И дальше же идет опять же здание. Материал сейчас. Не знаю, что сделано.